Привет, друзья! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию «Суперспасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей в телеграм-канале «Выходят реакции», которых нет на ютубе, ребятки. Друзья, у Доксиса новый альбом, друзья. Начинаем слушать, ребятки. Поехали, друзья! Так, друзья, что-то, ребята, знакомое. А, вам не кажется? А голос-то вообще не Токсиса. Ты голос, не находишь? Голос не Токсиса. Ты не находишь, что голос не Токсиса? Слушай, а почему он так сделал? Я не знаю, с какой целью он свой крутой голос заменил программной обработкой. У него же такой голос шикарный. А зачем он это, с какой целью? Токсис? Зачем? Угу. У тебя же свой голос шикарный. У тебя же тембры такие, как ни у кого. Ты же автотюнчик включаешь. Да, нет, ты можешь петь по-разному. У тебя свой голос шикарный. А это автомат сейчас пел зачем вроде. Зачем ты это сделал? Слушай, ему же... Робот пел. А, робот это Я не знаю, кто это. По-моему, это роботизированное пение. Да? И слушай, что-то музыка одинаковая. Тебе не кажется? Картика и Токсис. Они братья. Братья по музыке. По музыке. Да-да. Музыкальные братья. Какая в джели, врачи хотят бы самосва. Они базарят, что я лох, я на них переопасна. Пацан базарит, что он царь, но вырыл, и он лишь пацан. Я потерял мой кран. Не волнует эта шлюха, а волнует только вам. Пришел домой уставший, бля, мне нужен только там. Ты пришел домой отставший, ну-ка сделай run and run. Я набрал слишком много песен, ведь я только кинтуки. И мы едем очень быстро, бля, хер будто на тутуке. Она дала мне свою голову, не я устали. Ну как? Ну что скажи, ребятки? Долго мы альбом ждали. Мы да, долго. Мы New Jazz слушали летом, балдели этого да, альбома. Да, да, да. Наконец пришел новый альбом. Молодец, Токсис. Прошло много времени, 8 месяцев, да, что да, ли, да, сколько? Да, мы очень ждали. Почему голоса Токсиса нет по итогу? Ну, не знаю, послушаем. Где он? Где голос Подожди, Токсиса? Подожди, может, второй трек будет его голос? Да. Что-то мне хочется его голос слушать. Может, это не Токсис поет? Не знаю. Может, это кто-то под Токсиса... Нет, это Токсиса канал, я на его канале сейчас сижу. Да, не знаю, не могу сказать. Для меня загадка, ребятки. Руки эти крутые, мне подруги и под... Нет, ну знаешь, все равно есть его там, что-то есть, его да? есть. Конечно. Где? Его такие. Ну я слышу Где? Его вот, отголоски, его, а его трека, слышу. Его песен, его голос, его манеры. Есть оно. Но в основном голос на него не похож. Но что-то есть, какие-то вот маленькие такие нюансики. Писюнчики маленькие. Други мои суки, моя сука знает о том, что я продаю. Моя мапуля говорит, сынку нам продаю. А что он продает? Пластинки свои? Наверное. Надеюсь, ничего плохого, мы осуждаем запрещенные вещества. Мы осуждаем запрещенные вещества и все, что с ним связано. I'm full of energy, but it's like продаю. Я прихожу на тусу, никому не говорю. Моя сука знает о том, что я продаю. Моя мапуля говорит, сынку Симбюля. Ребят, он и с творками знаком, наверное. Симбюля говорит. Симбюляга? Да, фильм же был «Великолепный век». Он, наверное, Симбюлю знает. К чему бы это? Я прихожу на тусу, никому не говорю. Там на тусу прихожу, никому не говорю. Так, что скажу, друзья? Токсис мне очень нравится, ребятки. Всегда это говорю и не буду уставать это говорить. Мне нравится, как он исполняет. Мне нравится его харизма. Он молодой, энергичный, талантливый молодой человек. Ну, мне кажется, весь... Ну, вот этот трек... Весь, мне кажется, ну... Основное это его голос, а он не да, дал нам голос. У него и самое вкусняшка это изюм голос, его в голосе. Не дал. Да, он не дал нам изюма сегодня, вот в этом треке. Мы его должны слушать, его голос хотим слушать. Его пение... Почему так он голос изменил свой? Я не знаю. Ну, это просто, наверное, может эксперимент. Какая-то вариация, наверное, да, какая-то новая.
Может быть, ребятки, почему нет? Он пробует, он хочет поменяться. Но его изюм в голосе. Что хотите, то и говорите, ребятки. Пока, друзья.